паладины, типа, добрые, добрые поддерживатели. Шаман Кинга не забудь. О, лол, точно, это же... Какой счет у нас? 11-0, лол. Абассака. Чё-то много. Чё-то много 11-0-то. Чё делать-то? Где там? Моё аудиозаписи. Пропуск. Какие, на твой взгляд, герои на арене самые сильные? Мак Палшам. Поскорее Мак Шампал сейчас. Не знаю, почему-то Шама... Почему-то мне кажется, что ремувалы сейчас очень поценнее стали для контроля. Мы молоточками выбиваем новые смайлики. Ай, молодцы. Так, на следующий ход будет оверлоуд сильный, но... Стихии, направляйте меня. Но, в принципе, это ок, я думаю. А, давай так. Пока так, пока так, пока так. Тут просто может зайти и СПД, и таунт, и... Ну, короче, все три тотема оставшиеся, все три хорошие. Каждый раз, когда будешь делать 12-0, пой гимн России. Тебе надо этот ответ под стримом написать. Возможно. Разбойников в расчет не берешь, тоже сильные же. Очень плохие. Разбойники плохая, плохая. Разбойник сильный становится, если собирает хил. Собирает хил разбойник, играть легко. Не собирает, полный мусор. Увы, ах. Следуй правилам. You what, mate? Я один это видел, ребят. Может, мне показалось. Не, ну, много всякого говнишка видел, но такое в первый раз. Слушайте, ну у меня нету пятого хода, поэтому, наверное, вот этот ход наиболее адекватный. Я, конечно, понимаю, раздвоенная молния и т.д. и т.п., но вообще раздвоенную молнию я смогу хорошо сыграть на следующий ход. Тут сейчас очень велика вероятность какой-нибудь 4-4 забафа и типа, чтобы убивать. Вот, поэтому... Вот, ну просто иначе зачем, да, иначе зачем такую болванку сливать? То есть он сыграл только что пескипера как 3-3. Это... знак. Так, 4-3 достоин. Слушайте, ну давайте по справедливости. Значит, что мы можем сказать о паладине, который сидит на 11-0, при этом ходит вот так вот. Мы точно про него скажем, что он сейчас будет размешивать меня, просто мешать с дерьмом. Ну да, в принципе, будет мешать с дерьмом. Ну хорошо, у нас есть, в принципе, вот этот неплохой вариант. Потому что ему, чтобы контролить, в любом раскладе придется инвестировать. Сейчас, если он ударит плюс консекрейшн заюзает, то, ну, молодцы, выбили консекрейшн. Для шамана против пала это очень важно, потому что тотемы все в угрозе автоматически становятся. Шаман Кинга врубай. Так рано же. Ливай, беги. Ну ты же иногда БГХ без батлкрая ставишь, тут та же ситуация. Нет, дружище, не та же самая ситуация. БГХ реально редко играет. Из пяти игр он играет в одной. А это пискипер. Он играет из пяти игр в пяти. Не-не, он играет из пяти игр в шести. Вот так вот правильнее сказать. Это классовая паладиновская ремулка. Вообще некорректное сравнение. Ты видел, ты собирал хоть одну деку паладина без пискиперов? Если это только какой-нибудь не говнораж был. Я нет. Что
наказание. Так, ну что, здесь на самом деле особо мудрствовать лукаво не приходится. Сиди, направляйте меня. Сколько вот ты шестеру стоишь, зараза, если бы не оверлоуд? Ну ладно, сиди, хорошо. Направляйте меня. Сначала тотем. А временно подумать. Ну, в принципе, нет, уже тогда не бьем. Я направляю тебя. А временно подумать. Любители ща направляют тебя. Ха-ха, лох. Не забудь поколдовать, чемпион. Мне кажется, или присутствуют дропы? Кажется, потерь пакетов ноль. Дай мне подумать. Ты сам говорил, что оставляешь пейскипера в стартовой руке, потому что хорошо иметь 3-3. Да, но если ты кидаешь 3-3 на 3-2, ты, грубо говоря... ставишь 3-3 и убил вражеского юнита, а он сделал 3-3 пескипера на тотем. Чувак, это вообще не то же самое. Ну да, надо было догадаться, что там сейчас такой ад полезет. Так, хорошо. Морской великан. 2-1. 1-1 в лицо. И... направляйте меня. Да. Ну это так. Трусильвер сейчас, может быть, пойдет. Ну, для меня было бы неплохо. Дензел. Кстати, мы с ним играли уже много раз. Давайте в честь Дензела поставим... Да ладно, чё я парюсь. Просто не успей, братишка. Сейчас просто дом сэр. Думсэр! Не надо, не надо, фух, хорош. Свою судьбу. Я ж проследился от ностальгии. Ну, давай. Черебон. Силовой танк. Сейчас, походу, теребон придет. Сашок, рамп-друидом сейчас реально легу взять? Я сегодня поиграл, у меня жопа горит от рамп-друида. Сколько у тебя будет? А, семера. А, лол, семера, и при этом при всем... Да, я понял тебя. Слушай, а может быть он тогда сейчас тупо штампанет? Вот это вообще грязь.
Так. Значит, смотри. Не похоже это говно на Get Down. Не похоже. Ага. Ну, собственно... 11. Ну, собственно, минимальный ролл, я тебя убиваю. При этом, при всем, я хочу сидеть на 3 юнитах. Ну, хорошо, да, давай так. Минимальный... Добро пожаловать. Привет. Сколько можно этот трэш ставить? Какая ностальгия, если каждый стрим включаешь? Кадмус. Так, ну понятно, Quality Consecration. А нет, и Quality Microbot. Ой, Microbot и Танк-паук? Недостаточно, недостаточно, друг. Саша, не было месяц интернета, сегодня продлил. Как же приятно тебя снова смотреть, дай бог здоровья. Здорово, Димарс. Четвертый раз слушаем. Слушайте на здоровье. Вы часто шаманом без гроз делаете 12-0? Я нет. Кефириал. О, ты озолотила-то как! Боржомчик холодный. А, пак днищенский.